сейчас орбитафию будем делать пытаться. И там надо колчеданы грамотно стакать. Эти разрушители. Ну, подходите, подходите к синему квадратику все. Вот тут сейчас орк стоит, у него починка, я сейчас вас рассажу. Плюсуйте прямо сейчас в рейд, короче. Кому интересно, что в разрушителях делать, либо кто знает. Я вас рассажу. Только двое, что ли? Поехали, смотри, Варенька синий квадрат поставил, разрушитель садись и пересаживайся на пушку. Серсе, ты будешь там водителем. Я буду, жмук, я буду собирать колчана. Пусть Ванька стакает, а я буду собирать. Ну, Ваня, тогда вылазь, ты последний залазишь. Алина, давай, залазь в квадрат в синий и пересаживайся на пушку. Сейчас, Ваня, ты залазь. Все, и едьте потихоньку, короче, чистите трэш. Правую сторону только всех убивайте. Вы, короче, до портала должны 4 маяка снести. Все, больше вы маяков там не сносите. Только по правую сторону всех чистите. Давайте. Еще кто роял, садись в разрушитель. Пересаживайся на пассажирское место. Так, сейчас славу засуманим. Кините на сумку кто-нибудь. Рядом стоит. Роял, так, ты залез в эту пушку, да? Разрушитель. Да, я сижу, на пассажирском. Там залез, кружочек в разрушителе, водители кто-то, садитесь и едьте. Так, поехали, короче, в звездочке. Кто там в звездочке сидит в разрушителе? В пушке? В звезде? Да-да-да, короля, это стакать там надо. Ну вот, Виталя, садись в эту звезду, в разрушитель. Будешь там водителем. Будешь стакать. Бай, Айкен Блинк. Все, едьте туда к боссу. К утюгу, по правую сторону. Фиолетовый ромбик. Кто тут? Виталя, садись в пушку, Виталь. В разрушитель. А, его нету, наверное, врага. Лёха, самогон, садись в разрушитель, в пушку. Так, все нормально у вас в разрушителях, там у всех панель активирована. Если нет, то напишите мне в ПМ, позабагалась, я вам скажу, как это разбагать ее. Теперь везите все трофейные машины, короче, к выходу, где портал. Садитесь кто-то, любой, в эти в трофейные осадные машины, везите их к выходу, я сейчас распределю их. Так, у нас, короче, два только чоппера будет. Пока вылезьте с них, это Кирилл и Прости. Все остальное, пока я всех вас в тачку рассажу. Там останется место. Сядите с чоппера. К выходу осадной машины везите. Если вы заедете на платформу, ваша боевая машина будет отремонтирована. А я понял. В осадку забагался. Как Краля и Поклонская. Слышите, у вас там нормально панели не багнутые? Не, нормально. Отлично. Зайду. А вы эту сядьте кто-то в натуре. Водители есть? Буди. Это бой. Брат, ты будешь водителем. Виневала нет, пассажиры еще. Красава. А ну давай под шестери там что-то. А у тебя получилось высадить пассажира? Не работает это фильм. Может, на Лексусе получится? Продам самогона, короче. С доплатой, блядь, возьмёшь это самогон. У меня есть один ледяной шар, короче. 3 мятного чая.
Да, Этернити, садись в эту посадку, Этернити. И ставь пушку. Абсолютно, да? Мы делаем это? Вова, Джесс, ты тут? Джесс, Вова, ты тут, нет? Пеппер. Чё, присоедините ещё в чат, кто не в тачках? Там Пеппер. Два чопера свободно. Да-да, говори, Виталий. Мы делаем, делаем. Да-да-да, делаем, делаем. Мы её каждый КД делаем? Не, я не знаю, когда мы последний раз делали. Две недели назад? Нет, две недели мы точно не делали. О, вот и тут. А, понял. Присоедините еще, короче, в рейд, у кого либо панель неактивна, либо без машины остался. Каждый человек должен в чатке в этой в тачке находиться. Там бой повис, тут дворфы бегут, надо разбить вышку. Да, смотрите, там штурмовой маяк. Если вы хотя бы одну единицу урона нанесли, то оттуда мобы будут вылазить, ее обязательно надо будет разбить. Породистый сейчас нормально все или нет? Войт, разбивай вот эту вот. Вот это справа. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Че, ушел бой у вас? Нет, да. Маяка какого-то идут мобы. Ну сейчас они закончат. Мы его разбили. Валера, ты умеешь брать? Вон там еще один. Породистый, ты в какой тачке сидишь? Разрушитель или осадка? И ты в РК можешь говорить, нет? Короче, смотри, жми Alt F4 и перезаходи в игру. Потом как появишься, идешь к синему квадрату. Я тебе скажу, что делать надо. Кто с тобой еще в машине? Напиши два ника. Кто там в разрушителе сидит? А вы пробовали когда-нибудь запускать моба на Левиафана? Точнее, не моба, а человека. Лока, Савута. У меня видео есть, у меня видео. Я летал на Левиафана, я убивал в пушке. Видео есть, видео есть. Ну можешь кинуть, я дизлайк хоть бы поставлю. Давай, кидай дизлайк. Кидай, кидай. Негодяй. Так, породистый, смотри, теперь иди сюда, за квадратиком. Теперь привезешь оттуда. Теперь посмотрите, ребята, все еще раз на свои машины. У всех ли все укомплектовано и панели активны? Ты пока породистый, вон тыка на портал, на первую, короче, строчку, видишь, телепорт. И вези оттуда чоппер. Там на чоппере ускорение, жми и едва к нам. Только никого не агри. Бой повесится. Так, короче, смотрите. Сейчас сначала скажу по осадным машинам, кто какой каз будет сбивать. В моей тачке нету пассажира. В разрушителе. В разрушителе, да? Да. Я тебе чисто дал поставь какую-то метку на него, на разрушителе. А вон рядом с тобой вижу. Вот, короче, породистый приедешь, на звездочке будет... На разрушителе будет стоять звездочка метка. Туда сядешь, ты, Олег, что будешь стакать, либо собирать? Не, ладно, просто садись, ты будешь стакать. Породистый, пускай на чопре будет. Простя, ты слышишь? Я тебя слышу, мне нужно убить на чью на мотоцикле. Ладно. Ну да-да, породистый, садись. Будешь спать. В идеале, ты сейчас где сидишь? А, ты в осадке. Да не надо. Породистый, едь сюда, а звезду увидишь. Давайте я пока по кастам, короче, объясню. Вуди Аллен, смотри, у тебя кружочек стоит. Огненный Левиафан будет каст произносить. Что-то огненное дыхание или как-то так. Смотри, кто сидит с тобой в осадной машине, в пушке,
во время этого каста он жмет щиточек, там на 95% урон снижает. Ты подъезжаешь практически в упор, короче, к Левиафану, и каст ему сбиваешь на двоечку электрошок. Каст сбивает только водитель, а пушка защищает машину от урона. Понял? Все, смотри. Ты первый, потом Юрит, квадратик синий, твой второй каст. И сколько времени примерно будет, чтобы его сбить? Ну, секунд 10, наверное, 12. А, и Дорн трусы, твой третий каст. Все, а короче, Поклонская и Пеппер, мы с тобой будем на этих, на здоровенных, короче, мобах. Ну, цветы, короче, будут выходить. Поклонская, смотри, ты по эту сторону ездишь. Вот как ты на босса смотришь, по правую сторону ездишь, собираешь на протяжении всего боя, короче, на третьей фазе цветки эти большие агришь, на себя ездишь от них. А я буду слева. Все, там, смотрите, короче, на протяжении всего боя, вот, трофейные осадные машины, в эти, в большие пучки пламени, короче, не заезжать, они там по 50 тысяч в секунду будут вам наносить, поэтому все эти лучи с неба замораживающие мы объезжаем, в эти, в лаву, короче, не заходим, в этот вагон, возможности каз сбиваем. Листы. Смотри, вот, я сейчас поставлю, иди сюда. Звезда, видишь, стоит рядом с квадратиком синим, разрушитель. А, нет, я ошибся. Вот звезда, смотри, на разрушитель. Садись сюда и пересаживайся в пушку, пробистый. Вот звезда стоит рядом с синим квадратиком, разрушитель. Слышишь ли? Пробистый. Сел, да? Пушки опять неактивно. И есть эта стрелка слезть, красная такая штука. Слазь, нажми на нее, вылезь из тачки. Вот иди сюда за квадратиком синим, иди сюда, пролистый. Вот видишь, звезда стоит, вот сюда садись, в этот разрушитель. Тыкай, тыкай. Вот, теперь пересаживайся на пушку. Там под мини-карты. Теперь, Олег, ты садись. Вот. Теперь, короче, смотрите, еще раз объясняю. По кастам все запомнили, кто какой каст сбивает. Значит, смотрите, Вуди Аллен, кружочек, ты первый. Юрит, ты второй. И Дорн, ты третий. И вы, короче, чередуетесь. Если что, там в РК озвучиваете, какой у кого каст. Теперь по осадным машинам еще раз. Кто сидит в пушках? Ваша задача на протяжении всего боя на один, на два бить, короче, босса, наносить ему урон. И во время каста пушки, когда ваша машина подъезжает, ваша черед каст сбивать, вы жмете на щиточек на троечку, и водила ваш сбивает каст электрошоком на два. Все, ничего сложного нету. Теперь смотрите, разрушители трофейные. Кто сидит в пушках? На протяжении всего боя пушки вы подбиваете вверху ящички. Из ящичков падает жидкий колчедан. Теперь все разрушители выделяйте, запомнить цель, свою машину. Тыкайте на свою машину и там запомнить цель. Выбирайте. Делайте это вы для того, чтобы смотреть, сколько у вас осталось энергии синей. Один колчедан пополняет, по-моему, 20, короче, энергии. 25. Вот. Или 25. Ну, неважно. То есть, если у вас где-то 60-70 уже энергии стало, то вы... Вот жидкий колчедан перед вами лежит, разрушители, смотрите. Жидкий колчедан. Вы должны его обязательно, кто в пушках, выделить в таргет. Выделить в таргет. И нажать на циферку 3. Там цепь, по-моему, или как-то так она называется. И вы притянете. Расстояние, на котором вы можете притягивать, 20-25 метров. Но лучше поближе приехать. Это тот, кто сидит в пушках в разрушителях. Теперь водители. На протяжении всего боя стакайте колчедан на двойку. Сначала настакали колчедан, максимум 10 стаков вы можете на босса навесить. И потом у вас ротация меняется. 2, 1, 2. Все, а до того, пока у вас, короче, 10 стаков нету, вы просто на 2 спамите в босса. Колчеданы бьют больше, чем единичка, если что. Понимаю, но там все равно тоже урон наносится. Но желательно у вас ротация постоянно, короче, кто не уверен в себе, на двоечку спамить колчедан. Если есть время, и вы уверены, что вы стак свой не потеряете, вы жмете на единичку. Но это лучше там в начале делать. На третьей фазе там будет хаос полный, будем ездить. Поэтому лучше на третьей фазе на единичку не жать.
ХП багнулось. Че, не-не-не, у меня Олег нормально все. У него фул ХП, у меня кажется. Вареники. Ваня, у вас в машине там нормально все? Панель вся активна? Варенька. Ну, панель-то нормально, но ХП что-то 630 только. Пересядьте, смотрите, оба жмите сейчас спрыгнуть с тачки. Варенька и кто там с тобой? Кто с Варенькой сидит? Алина. Алина, да. И теперь давай снова, короче, Алина залазь. Пересаживайся на пушку. Ваня пока не тыкай. И Ваня, теперь залазь ты. Все, все нормально? Все, давайте поехали теперь на починку, короче, а последний раз чеку. Подожди, кто это? Юрий, ты где сидишь? Ты должен дать рост и согреть босса. Ты в какой машине сидишь? Поклонский, слезь еще раз. Меня слышно сейчас? Слышно. Если вы хотите сейчас убить Арпитафи, надо рост дать, чтобы лоб кинул на босса проклятие. Но вы сможете это сделать? Юрит, Гудиален, Серсель. Ну, я сижу в этом. Если Ваня подождет, мы едем таким. Гудиален, ты водителем сидишь? Хорошо. Я нормально, я слезу, кину и сразу залезу. Знаешь, проклятие, залезай обратно, а Юрий, ты где сидишь? Рост тебе зачем нужен? А, проклятие какой стихии или косноязычие? Красноязычие. Оно каст увеличивает. Юрий, ты где сидишь? Так лучше проклятие на 13% урона, если чё. Он повесит его, но еще рост надо дать и тотема поставить. А, Юрий сидит в осадной машине, короче. Я поставил синий квадратик. Едьте на починку. Юрий, ты водитель или нет? Да, он водитель. Водитель? Ну все, ты, короче, вместе с Вуди Алленом поедешь в центр, короче, на... Ну, при пуле босса, как мы двух больших боссов, короче, убьем. Вылезешь с этого, вылезешь с тачки, дашь рост и обратно запрыгнешь. И Вуди Аллен то же самое, только Вуди ты поставишь, ну, кинешь на босса проклятие красноязычия, которое каст увеличивает. Сколько это там процентов? Тотема еще поставь. Да, и... аура влияет, вот аура на броню от мобов можно поставить, ауру на огонь. Я вот знаю, что еще, короче, паладины могут каски бафать, у машин будет больше ХП, но а надо это делать, нет? Ну, да можешь прям... Это ДГС, чара. Я про ауру говорю, вот ауру на ДФ. Ауру а вообще осадки что делают так? В обыденном течении боя. Ну, то есть, когда не надо газ сбивать. Садки, вы ездите и... так. Ездите, короче, вокруг босса. И, ну, ваш, у вас приоритет каст, главное, сбить, все. И потом смотри, короче, на третьей фазе цветки будут. Ну, мы вдвоем с этим, кого там назначало, с Поклонским, по-моему. Цветки агри на себя. И вы помогаете. Если что, если вы видите, короче, эти цветки большие, тоже на единичку подъезжаете, бьете их. Окей. По возможности у вас там кто в пушках сидит постоянно. Ваня, слезь, пожалуйста. И в пушках кто в осадке сидит, по возможности босса постоянно спамите. Так, теперь едьте на починку все, едьте на починку в начало, там этот кружочек есть. Заезжайте все на него и будем начинать. Бомб смотрите? Блин, у нас 100% можем ехать. Да, а чё ты залез в тачку ко мне? Случайно. Ты сможешь слезть сейчас или нет, или тебя панель забагнула? Если под панель, короче, багнулась, я делаю альтер 4. Я уже альтер 4, да. И, ну и залазь потом в чоппер. Чё, мы будем суммонить Дессера или пока трай дадим? Надо суммонить уже его. Так, ладно, давайте мы тут, короче, Вуди Аллен слазь с осадки, я тоже водитель, шкаф поставим. И Сэддер. Он сказал, он отошел на 30 минут, видишь? А, все понял. Все, ладно, смотри, ребята, давайте залазь обратно, будем начинать. Короче, еще раз повторяю, делаем орбитафию. Кому что непонятно, спросите сейчас, там, напишите в рейд, я еще раз объясню, что делать. Разрушители, кто в пушках? Постоянно на протяжении всего боя вы подбиваете вверху ящички и собираете колчеданы жидкие. Подъезжайте к мобу, блядь, вы урон получаете. Подъезжайте к мобу.
теперь чопперы попой разливайте, ставьте уже тотемы, там, да, готовьтесь. Чопперы разливайте прямо там, лужу черную, готовьтесь. Сейчас босс будет выезжать. Юрик, готовься, сейчас он только вылезет, станет таким. Вот, давай рост. Все, и поехали. Стакайте колчедан. Максимально далеко от босса находитесь, максимально далеко. На осадке только там уровень на касту. Подбирай колчедан. Родистый, подбери. Ты здесь прям зачем колчедан? Родистый, тыкаешь на жидкий колчедан и жмешь троечку. Пиздец. Выбираешь цель. Короче, колчедан. Достаю. Я сбил. Молодцы, там следующий теперь. Максимально далеко от босса находитесь, все старайтесь. Вот видите лучи, в них никто не заезжает. Старайтесь их нивелировать. Отрывите, я подъеду, нажмешь щиток. Еще каст я попробую убить. Я на цели там, готовьтесь, метка отъезжает далеко. Убирай породистый. А щиток, отрывите. Не подбирай, я скажу, ты один раз только подбирай и все. Мало далеко стараемся ездить от босса. Но в пушках приводчик сидит, постоянно на крючку. Так, сейчас опять я сбиваю, выделим, да? Да, да, да. Меняйтесь там, у кого много хп, подъезжайте. Вот смотрите, видите, круг начинает сужаться. Кто в вагоне, тут не заезжает. Подбирай ключ. Ой, включай защиту. Молодцы. Вот в этот огонек никто не заезжает. Подбирай колчедан, ускоряй меня. Не надо ездить. Ускоряйте свои машины. Ускоряйте свои машины, если к вам подъезжает этот заморозка. Где лужа, чоппер? Убивайте каждого. А все, у нас машина разбита. И машина разбита, ездите из стороны в сторону там. Ой, ходите, точнее, бегайте. Главное выжить. Чопперы, подбирайте людей. Кстати, этот, кто в заморозке, можно луч этот огненный подвести. Только не знаю как. Я должен, короче, спасти. Три колчедана и их. Разбить сверху его. Включайте. Точно, в посадках на себя. На себя агрите с разрушителя, снимайте цветки. Один на два спамить. Заморозки весь бой стоит, тупо весь бой. Колчедан на подъезде, колчедан на месте здесь. Угол. И к воротам едем, там много, где босс появлялся, там много очень пространства. Смотри, колчедан, видишь, два, я еду за ними. Давай сразу два бери. Ускори, ускори, возьми три колчедана. Максимум пополняйте. Спасай колчедана. Жми щиток от Эрнити. ХП поднимается. Да, вряд ли уже убьют. Ой, на 14 миллионов осталось, 13. Если так, это нормально. Пробуйте учитесь. Слушай, давай Вуди Ален ко мне сядет, а породистый на этот на осадку сядет. Бля, я мог надамажить еще лямов 70. Ринканите дамаг. Ну как там, во время боя только мы с тобой стакали, все там, потом за мной погналось и все. О, видите, как надо дамажить хорошо. Нормально. Красавчики. Спасибо. Давайте сейчас короче. Ездил постоянно. Ага, рассказывай. Умерли? Да, конечно.
Да-да. Там, смотрите, ребята, сейчас машины будут, короче. Я что-то в этом. Заморозки, блин, в какой-то. Непонятный. Так, смотрите, сейчас заходите в инст, идете к порталу там и тыкайте на двоечку на плац. Там будут уже машины готовые. Смотрите, не забагайте их, садитесь аккуратно, ровно, так же, как вы садились до тарая. У вас бой висит, нет? У вас бой висит? Повис бой. Сейчас я выйду с этой глыбы ледяной, посмотрю, что там. Дворфы бегут с вышки. Это хреново. Я разобью. А кто видит этот? Где мы вышку не добили? Откуда все, не... Снялся бой. Опять повесился. А, все, молодцы. Опять повесился. Сейчас я маяк разобью. Давай. Стойте пока у портала тогда. Там человек видит. Все, разбил. Тыкайте плац. Второй этот. Портал. В машины никто не стреляет, ребята. Там хп отнимается. Валера, иди сюда. Валера. Назад. Квадратик. Иди в квадрат садись. Спасибо. Я метки ставлю на разрушителей, короче, садись так, как вы сидели до трая. А там проклятие видно было? Не, давай, в идеале сядь в мою тачку лучше. Породистый сядет в осадную или в чоппер. Ну, да-да-да, ну вы поменяйтесь. Бля, ну тут все подряд, все колчеданы брал просто. У меня 50 энергии, ты берешь колчедан. Ты в какой сидишь? Кружок. Посередине кружок стоит уже. Подождите, сейчас разрушители сначала рассадим. Смотри, породистый ты пока не залазь, а Вуди Аллен залазит в кружочек. Вуди Аллен, иди сюда. Там... Я уже залез, сейчас сижу. А, все. Залезай, Олег. Олег, залазь. Вот, кружочек, короче, полный. Теперь Трисия, Саня, квадрат синий у вас полный разрушитель? У меня, да. Я сразу... Ой. Звезда. Да-да-да, звезда, я вижу. Теперь синий квадрат, короче, айкон, блин, у вас полный, да? Разрушитель. У нас вообще все чики-пуки. Отлично. Подождите, пока не рассаживайтесь. Так, еще у нас, короче, два разрушителя осталось в крестик Джесс. Кто еще был в этом? Да, в крестике, там я с Алиной. Или кто-то может. Понял, Джесс, Вова, вылазь с разрушителя. А, туда присоединить, я во второй. Ладно, вылез. Все, отлично, давай, Варенька, залазь. Теперь породистый, смотри, иди сюда. К синему квадратику, где портал был. Сейчас ты будешь залазить в осадную машину. Видишь, да, все, стой тут. Теперь смотрите, в квадрат синий залазьте, кто там сидел. Первый. Юрит. Ты водитель. Не-не-не, ты последний залезешь, Юрит. Ты водитель. Ты рост дашь там. Подходите. Кто в этих осадках сидел еще? Подходите сюда. Смотри, породистый, залазь в синий квадрат и пересаживайся на место пассажира. Под мини-карты там увидишь. Давай, пересаживайся. Породистый. Под мини-карты там тыкай. Обратно пересаживайтесь. И пока никто не едьте. Да, вперед. Да, дальше. Машина пропала. Что сделать? Да. Теперь обратно идите в разрушители, садитесь. Какие сейчас у вас метки были? А зачем ты это сделал? Не, это не я, это баку льды. Тут и не эти, да, не то вперед. Тут надо аккуратно, да, запускать. Я случайно, короче, сделал. Там разбивали колчеданы просто. Садитесь опять по меткам, я сейчас осадки распределю и бомбу уже начинать. Давайте там у Трисии, звездочка, по-моему, еще не вся. Ваня, Варенька, да, и Алина. Какой долбоёб по своим домашним. Бейте свои машины, ребята. Не стреляйте. Так, все, теперь поехали. Так, Юрий, ты полный или нет? Синий квадрат. Юрий, ты полный? Машина полная? Квадратик. Пушка крутится, значит, кто-то есть. Я понял. Юрий, у тебя машина полная? Два человека в тебе? Так, вижу. Я понял. Теперь в кружочке Дорн. У тебя вся машина забита? Дорн, так, отлично. Теперь породистый, иди сюда, в звездочку садись, будешь пассажиром в звездочке в основной машине.
Ты пересаживайся. А, вот кралька. Хорошо, боже. А мы с Поклонским сюда. Окей, Поклонский. Садись в звезду, Поклонский. Садись в звезду. Так, отлично. Так, ты тут это кто? А, к тебе водила. Давай, Тернити, садись водителем к Славику. Фиолетовый ромбик, ты с ней рядом прямо стоишь, Тернити. По левую часть. Ну, вот влево садись. Фиолетовый ромбик видишь? Тернити. Ну, садись водителем будешь. Или, а, Славик, высаживайся. Сейчас Тернити первый залезет, будет в пушке. Там ничего сложного. Тернити, короче, садись, я тебе объясню, что нам делать. Ничего сложного нет. Садись, сиди с водителем больше. Так, я вижу Вова. Теперь у кого, короче... Так, еще у нас один чоппер свободный есть. Кому места не хватило? Присоедините в чат и садитесь в чоппер. Я вижу Кеншин в мультике. Идите в рейд-чат. Все, на месте? Тогда чекаю. Теперь стойте все тут. Подождите, вперед не едьте никто. Потренивал, поехали со мной вперед. Только ты. Остальные все там стойте. Я скажу, как вам вперед ехать. Пока ничего не делайте. Вот сейчас смотри, тут остановились. И попробуй, короче, кто с тобой в осадке стоит. Из пушки, короче, туда 1-2 покидай. В ворота прямо. Да-да-да-да. И по миллиметру по шагу, короче, едь вперед. Только немного. Во-во-во-во. Вот так вот. Все, стой тут. И вот теперь точно должен дотянуться. Стойте тут, ждите. Блядь. Или обратно пересаживаемся. Топ, это не в этом баг. Просто все машины должны зайти за комнату. Не, там даже если тачка будет вне комнаты, все равно запустит. Раньше запускали нормально. Ну, там видишь, с каждой обновой, короче, что-то ломают. Сейчас, подожди. В разрушителе, ой, в эти осадки точно так же садитесь. Скорее. Если кто там со мной? Джесс, давай в крест прыгай. Или кто там был? Я в трофейном садке. Занимайте крест, звезду и фиолетовый ромб. Давайте скорее. Какие у вас метки до этого были? Как Поклонский, ты полный, да? Кралька, Поклонский. Да, ну все, вы едете. Кто готов, сразу выезжайте на платформу. Дорн тоже готов. Вижу Оптимус. У вас полная машина? Если да, то выезжайте на платформу. Нет, у меня водителя нет. Юрит еще должен сесть. А, вот все, Юрит, садись, фиолетовый ромбик. Юрит, иди вон, сзади машина, садись. Видишь, он там одна единственная стоит. Брось, ты тут, ты слышишь? Да. Вылез, я попробую пересесть, потому что я не могу вылезть с мотика. Видишь, мы в один прыгнули. Ты в ловушке. Кирилл, пиши на форум, баг-репорт. Во, все, ты садись другой, вон там еще один стоит. Кто еще не в машинах? Присоедините в рейд. У нас один, по-моему, чоппер еще остался. А вот просто вижу. Чекаю. Стойте все в кружочке, в Этернити стойте, мы сейчас только с Олегом вперед съездим. Уже потихоньку. Он лог, Хант, подожди. Вижу. Бля, Олег пока за крестом. Давайте все зашли в комнату. Все зайдите в комнату, но никто вперед не едет. Давай отсюда пытайся в ворота стрелять уже. И кто со мной в пушке, Джесс, тоже стреляй туда в ворота. Без машины, подожди, видишь, Хант там бегает. Породистый, сиди в чоппер, либо с кем породистый сидел. Сейчас ждем. Блять. Это какая-то дичь. Я сказал, Хан просел, не пройдем. Не, ну в пушке мы уже заебато садимся, согласитесь. А нет. Согласен, да.
Лис, ты слышишь? Да я попробую. По полчаса рассаживаемся, охуеть заебать. Так, не садитесь, да. Потому что просто так вот вы сейчас начинаете. Подождите, пока метки поставят. Да, тут же запутаться можно. И мы с Виталием уже даже запомнили по очередности, какая машина наша. Все, я запустил, короче, сейчас она выйдет. Здесь. Ты где, Олег? Подожди, не запускай, Олег. Садись, поклонская. Сейчас выйдет, просто выйти и без боя стоять. Батя, поклонская, едьте вперед уже скорее, там разрушитель в идеале. Давайте вперед, едьте скорее. Так я с Олегом должен сидеть в кружке. Едьте, едьте, ребята, у нас времени нет, сейчас босс выйдет. Едьте уже быстрее. Идеален, садись. Давай, залезай. Да, я вижу. Вижу, вижу. Просто это... Не забудьте, да, запомнить цель. Слышите? Ребята, ребята, разрушите. Не стреляйте в босса, подбивайте сейчас вверху эти кружочки. Юрит, едь, короче, вперед. Видишь темное пятно? Одна единственная машина впереди стоит. Блять, запустили уже. Лок, вешай или едь, проклятие красноязычие, и ставь ТТ-машина. Ага, все. Да я сижу уже с Олегом, пушки. Понял, бейте так, пытайтесь. Максимально далеко от босса. Ваня, подъедь колчедан. Давай, синий первый каст. Кружочек второй. Верните третий. Всё. Далеко от босса ездите, далеко. Крыси не достают, конечно. Вместе никто не стоит, ребята. Трофейные чопперы вы лужу льете попой перед боссом. Езжайте попой и льете. Замедляйте ее. Щиток жми. Все отлично. Все, вообще разрушитель получено. В разрушителях, в пушках вы постоянно вверху ящички пробиваете. Кто в пушке сидит? Все, вам больше там ничего делать. Олег, подъедь колчедана, мне там сзади у ворот. Ваня, ответь назад. И урок много колчедана. Я босса сейчас туда приведу. Туда, откуда он выходит. Там очень много колчедана. Если не достаю опять. Босса веду в начало, ребята. Там очень много колчедана. Вот, смотри, еще два. Так, щиточек жми. Не на цели сейчас у него будет. Вань, твой в угол там еще один, нам очень. Подъездите по комнате, главное, колчеданы собирайте. Чуть-чуть вперед, Олег, проедь. Кого сейчас щит не на КД, собьете касс следующий. Вот забивайте. Там молодцы. Не КД. Максимальный рейндж набирайте. Вот смотрите, сейчас на месте никто не стоит. В эти ледяные метки не заезжайте. Жмите ускорение, чтобы в них не попасть. Ускоряйся. Билкаст. Ледяные столбы, главное не заезжать. Убирай колчедан. Бери, бери слева. Я собью следующий каст. Защитники вылазят. Ебали, ты одной машины, бейте этих защитников на единичку. Убью следующий каст. Жми щиточек. Кто со мной там сидит? Сначала жму. Оптимус. Брикать. Пробуйте добивать. Вообще не понимаю, ачивку по КД можно просто делать. Чего вы на нее так паникуете? Да-да-да, и 2000 по халявных ход мы сейчас уже заработали, уже семерка. Один человек умер. Да, красота. Короче, смотрите, если осколок выпал, отказывайтесь от него. У нас Олегу все осколки пойдут. А это не я, Олег, я, короче, тебе сейчас это распределитель добычи отдам. Идите от Эдема, пожалуйста. Я тебе тупо пошарил, последний нет. Ну, что-то забавался, меня там нету. Сейчас выгорит. Олег, ты где? А, вон я тебя нашел. Бля, что-то я вчера вообще жестко посидел. Сегодня в 9 утра пьяный проснулся, бля. Есть какого-то почта?
Это можно ждать ассиста на Айкенблинка на 10 секунд? Кого ты хочешь кикнуть? А, не, я поставила почту. Не, короче, магов одну бать собрать. Смотрите, у нас танки, короче, Void, Eternity. У нас Поклонский ФКшник сказал на 3 минуты. Кто может спекнуться в танка? Смотрите, хилы у нас Реневал, Козырь, Юрит и Дессер. Давай, Сэдер Кирилл. Давай, ну, мне все равно на следующего босса по ДК нужно. Да, что такое? Или ты можешь спекнуться в протопала? Да, сейчас. Спекните и подходите к Острокрылой. Сейчас пробафаемся. Дайте, пожалуйста, макрос на разбак пета у Лока. Бывает? Идите сюда, все в синий квадрат, ставьте портал, сейчас бафнемся и пойдем дальше. Короче, смотрите, ачивка проходная, будем жарить дворфов. Сколько вылезет, столько вылезет. Штучек 5-6 пожарим. Штучек 5-6 пожарим. Зачем тебе ассист? Могу одну пати закину, либо хочешь, ты сам закинь. Дайте столик, маги, пожалуйста. Я раздал. Тол поставили? Кушайте. Спасибо. Поставьте рыбку, вон рядом с синим квадратом рыба стоит, кушайте. Так, Поклонский сказал, отойдет. Я чекаю. Буди, Ален, заходи, тебя только ждем. Смотрите по бафам. А, фулл баф еще дайте. Я пристабаф накину. Давайте, смотрите. Так, Ренивал кресты. Этернити. Ты прото кидаешь. Так, Джесс, ты у нас в РПале. Давай, кулаки. А Саня, ты все красочки. Я кулаки раздал. Я каски раздал. Да-да-да, Вова, тогда каски раздавай. И что-то у тебя, по-моему, ПВП шмот, слышишь, Вова? Да, сейчас. Еще кушайте рыбу. Я сейчас чекну. Так, теперь смотрите, у нас еще раз танки Eternity, Void и Седдер. Так, короче, получается, Варенька, Оптимус, Каминс, вы подбиваете стражей пыткой без дот. Только вы, втроем. Этерните, ты будешь собирать, короче, всех этих стражей. Лапу бафните, друиды. А, ну с друида нету. Вроде бы. Хабдессер, Лёха, ты тут? Клюват зовут. А, Влад. Да она ФК. Точно, точно. Это же Козырь, Лёха. Ты за сумму не мог. Влад, принимай сумму, дашь лапу. И вообще красавчик. И можешь опять уходить. Сумонься. Давай лапу. Буду запускать. Все, пойдемте. Ставьте тотемы в центр. Смотрите, милики, сразу не врывайтесь. Дайте там 3 секунды танкам на агрить. Сюда все в синий квадратик. По центру распределяйтесь там. Я буду, если что, меточки ставить. Там кралька, либо просто готовьтесь. Овцу, если что, кините. Если там мало хп слишком будет у моба. Катерните, ты стража отводишь туда в сторонку, где... Как обычно, короче. Дозорных слива и часовых тоже. Сразу, милики, не врывайтесь. Стража подбиваем до 90 тысяч. Все, больше не надо. Не бейте, не бейте. Не бейте стражу. 170, уже много. Просто кинь овцу на этот, на квадратный синий. 100 тысяч ему оставьте и хватит. Покидай, еще кидай. Ну не бейте. Не бейте, пусть он отрегенится, там много времени, да вот все. Все, 100 тысяч ему оставляй. 100 тысяч оставляйте и нормально. Так, я запущу, схожу группную пушку. Убейте мобов. Сразу велики не врывайтесь. Вам можете там ненужным стан дать. Можете шип эфир, вары можете эфир дать. Давай квадратику синему овцу. Все, молодцы. Каждого моба, вот пока мы сейчас там стоите, до 80 тысяч. 90. 80 это уже край. Давайте групповую пушку.
активации. Давай, забирай. Забирай на себя. Торонись. Лики сразу. Врывайтесь, милики, сразу. Виталик. Хвост в тень, тыкни. ГД. Сейчас хир дам. Протополдины, вы сами себя диспелите. Давайте, подводите под морду и подбиваем до 40 тысяч. Те. Давайте, рост, бейте. Бейте эту дуру, только без масс. Ребята, без масс, без масс. Без стражи. Уже подбиваем до 12 тысяч. Точечно ШП только. Без масс. И торните, хильте. Че, овцу? Овцу этому мобу? Да нормально, бейте, выбивайте. Реневала, пока. Реневала. Добиваем ее, идем на Игниса. Ты потом, Леха, самогон перезайдешь, да? На... После Игниса. Ну да. Но на Алгалон я зайду на нормальную персону, то я тоже, если что, кем-то другим пойду, мне тут, в принципе, ничего не надо. Только бессмертие и пару боссов. Короче, я пока тут не уверен, только в Поклонском, в Породистом. В Алгалона починили, Саня, вход. Да, но только у меня ключа нету. У меня ключ есть. А, ну все, отлично. Давайте агрите мобов и хильте торните. Сейчас очень сильно пробивать было, там дебаф висит. На ХП дал. Немирон хардмод, это пожарный? Да. Да, пожарный, ага. У тебя есть Виталик, нет? Да, есть. Это то я для квеста спрашиваю. Диск нашел. Можно вам банк устроить? Ребята, если вы мне не дадите макрос, то мы пойдем без демо, ребята. Да, блядь, перезови его и релогнись. Какой да, макрос? Да, нельзя. Тут макрос какой-то, я не помню. Какой, блядь, макрос? Перелогнись, блядь. Охуей макрос. Ты дурачок, у меня вообще этот пет уже давным-давно забаган. Да справа агрим и вправо туда уводи их, Славик. Справа. Энергии нету, когда пэт вызваны. Его никто не агрит, и бейте этот квадратик синий. Выбери цель какого-то моба враждебного и нажми Ctrl-1, должна появиться. Вот когда он битит, то ты давай не так, что вы... Не, нифига. Что, есть, нет? Хз, нету Макроса. Да не давал. Взяди в релогнуть, и все, что ты паришь мозг. Кирис, дурачок, я настолько тупая, думаю, что не делал. Я думаю, блядь, тебе все, что угодно можно ожидать. Я знаю, что ты Кирис сказать хотел. Все, что угодно можно не ожидать. Все нормально, стол. Сделай танцеро, сделай для личный кабинет. Заходишь с мидром, заходишь в ЛК, делаешь антирио, заходишь назад и все. Не помогает, вообще-то нужно макрос написать. Помогает, вообще-то нужно макрос написать, как убить макрос. А, я кстати, вспомнил. Я вспомнил. Загугли, там, по-моему, макрос был. Да какой макрос? Контрол 1 помогала. Три года, блядь, лока в игра не пользовался макросом, блядь, на разбак пэта. Перепрозови там питомца, не знаю, там, какой-то бета, короче, а потом удивить. А ты можешь такой просто. Такой макрос вообще есть, что он делает вообще? Ну, закуглите. Сводите их, Валера, напуливай, породистый, напуливай на СД. Массы заливайте. И массы их. Смотрите, Войд, короче, будет на боссе. Ну, дай пальцы. Сейчас, секунду. Калина, еще раз. Твой аккаунт еще раз. Обязательно, ВК скинул, что-то так. Присумываем, короче, самогона, смотрите, Войд будет на боссе. Так, и Кирис Эддер.
Ты расколешь двух мобов, окей? Окей, да. Короче, с Виталиком подобьем их. В идеале сейчас ставь шкаф прямо тут, где стоишь. Да, что-то подлагивал, да? Тыкайте на шкафчик. В момент Марис умоним. Начинаешь, смотрите, по бафам там чего не хватает. Ирина, попробуй макрос, он я в РК скинул, там где звездочки, имя Пета напиши, или название там. Так, сейчас, спасибочки, сек. Тебя дранить и будь там в этом, в танке на всякий случай. Ну суманите, алё. Тебя суманули. Суманим же. Алина, я тоже скинул макрос, попробуй, только вместо скобочек, ну то, что там пишет. Иди нафиг. Талик, ты попробуй. Ванова, ты тут, Варенька? Да, да, да. Все, подходи, Слава, иди, начинай. Попробуй психомакрос. Я, короче, Алин нашел макрос. Он написал. Кирилл, смотри, выйдет два моба. Ты дожидаешься новую лужу, как два моба вылезут. И вот в этой, короче, луже новой только, уже раскаливаешь. А Славик, ты держишь, ты держишь босса поближе к фонтану. Все, стоп-каст, не кастуйте. Теперь бейте. То есть просто в босса играйте. Меточку, кого в ковш берет, вот вареньки, захиливайте ее. Не-е. Спасибо. Ну, его, сорян. Кстати, сейчас скоро второй моб вылезет. Между фонтанами води, Славик. Вот второй моб вылез, сейчас жди, короче, новая лужа появится, Кире, и заведешь туда. Я вон их лужу по портеку фонтан. Где он сейчас накастует лужу? Они вдвоем красными станут, заведешь фонтан. Стоп-каст. Хильте Садера, ребята, поставьте ему частицу, дайте там. У нас не сработал. Хильте Садера. Все, заводи фонтан, Кири, заводи. Сейчас убьем босса. Да все, я завел. Все добивайте успели. Пойдемте на разрушителя. Олег, дай плечики. Один, врубайте коня и лок. Быстрее бегите к этому разрушителю. Будет делать хламоботов. Будет, блин, я не знаю, как-то этих хламоботов трейд. Ну сейчас собрались и пошли трейд. По хламоботов. Да, давай. Давно уже обещал. Ты хочешь хламоботов сейчас сделать? Ну мы же собирались изначально, не? А вы сможете им дать? Ну, если объяснят, как делать, то нормально сможем. Для начала надо знать, как делать, чтобы идти делать. Ну, жмук-то знает все. Не-не-не, это не та, чего. Здесь можно час сидеть, блядь, объяснять. Ну, если ты как-то понял, то я думаю, мы справимся. Это охуеть. Короче, смотрите, ачивка довольно-таки простая, но как в РСке, без нужных классов мы не сделаем. Смотрите, у нас, короче, есть хант, есть маг, нам нужен обязательно элем. Нужен, короче, вар с талантом на пронзительный вой, короче, масса задвигал. Давай Вармса спекнусь. Спекнусь Вармса? Давай Фрост мага спекнусь. Спекнусь его Фрост мага. Давай я тоже тогда зайду на спекнуть. Ди, надо подумать. Нам нужна, короче, сова. Для сурдя есть сова? Вот. Так, ладно, будь в дереве. Этерните тогда спекайся в танка. Поклон с кафтанка. Киря Седдер. Так. У тебя есть хапал, Киря? Нет, Фредрик, куда? А самогон у тебя этот... Есть пронзительный вой талант? На мазу замедления?
чё, ты тут бесполезен этим варом, лучше бы ты на БДК тогда сидел. Так я на БДК зашел за броней. Блин, став шкаф. Короче, смотрите, нам нужен еще один хант, желательно. Нужен Элем. Зайду кем-то. Так, хант либо Элем. Давай на Элема все-таки заходи. Ой, ты на кого хочешь зайти? Да мне все равно, там, смотри, Элем, там, ну, ТПС будет, то прям не так, чтоб сильно. А Кеншин у тебя есть БДК? Или Дорн? Корни просто нужны, там ДПС, по сути, не очень много. Элем, Элем для того, чтобы, короче, корни ставить. В корне там хватало мобов нужных. Так, 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 теперь смотрите, короче, пойдемте слева всех. Сейчас, подождите секунду. Ваня, 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 Варенька, заходи тогда на Элема. Со мной-то, чтобы молния откидывала или нет? Не-не-не, короче, смотрите, нам нужны классы, которые контролят мобов, замедляют, либо в корни их кидают, но при этом урона вообще не наносят. Либо наносят, но там до 20 единиц. Снять все вещи на СПД. И сюда будет наносить меньше 20 единиц. Фир, короче, работает только на бумботов. Я сейчас объясню все. Там я поймете там. У кого стоит редкий аура? Переключить ее на темную или на коня? Не-не-не, Славик, будь на БДК. Я, мы не факт, что сейчас сделаем, короче. Мы просто хотя бы посмотрим. Потом на следующий рейд. Сейчас долго будем сидеть. Все-таки скомпенсируем. Да и попробуем этих ломоботов добить. У меня их, ребята, тоже нету, этих ломоботов, короче, и надо делать их. Начинать когда-то. Короче, смотрите. Так. Эти ДКшки, если будут озноб кидать, либо оковы, я там не помню, оно, короче, урон, по-моему, наносит. А у нужных нам мобов, по-моему, 2000 всего хп. Поэтому без них. Нас контролят, короче, смотрите, только маги фростновой, ханты, короче, своей лужей замедления, элимы своими, короче, корнями, и совы, но у нас их нету, они вихрем отталкивают, ой, этим, тайфуном точнее. Все СПД перед все, этим а, сейчас... Арус, я вспекнулся. Тайфун же вроде урон наносит. Но смотрите, тайфун урон наносит, короче, но все РДДшки, кто контролит, это там маги, ну вы поняли, да? Они снимают, короче, трини, все кольца, все пушки и выносят на панель кольцо льда первого левела. Тогда там, короче, это фростнова, ну будет дамажить что-то там 10 или 1 или единицу, я не помню. Слышь, у меня гром и молния не отталкивает, нормально, ничего? Гром и молния не отталкивает? Да, или пойти делать. Да, не-не-не, не надо, Ваня, ты им не будешь пользоваться, если только ману восстанавливать, я не помню, надо тебе это, не надо. Тебе главное, короче, тебе главное корни ставить. Не, наносит урон, так что не надо ее юзать. Да-да-да, это самое, тебе надо просто корни ставить, замедлять и все. Всех мобов нам нужных, короче, скорее всего, так будет, наверное, проще для всех, мы будем собирать в центре. Это как ачивка «Предатель Скоробей», если кто делал в «Испытании Крестоносца». В центре там собираем их, короче, и контролим потихоньку. Каждый класс по очереди дает контроль. Короче, смотрите, сейчас нам комнату зачистить. Слева мобов всех убьем. Лавик, а где их? Только массы не бейте, там совы аккуратнее. У нас их нету. Забыл. Давайте сейчас массы забивайте. Смотрите, короче, во время трая будут выходить техник обломок, там штурмовой бот. Их, короче, танки точечно забирают на себя и в сторону отводят подальше от бумботов и хламоботов. Смысл ачивки заключался в том, чтобы собрать нужное количество хламоботов. Это мобы, короче, у них очень мало, хп крайне мало. И с помощью бумботов убить. Смотрите еще, короче, такой нюанс. Мы их будем в центре собирать. Бумботов и хламоботов. Хламоботы пополняют хп боссу. Они таргет никогда не меняют. Их можно, короче, только законтролить. Фростнову дать, еще раз повторяю. Ханты там, короче, замедляют. Вары замедляют. Их бить не надо, их только надо контролить. А бумботы
этих хламоботов, короче, хлам этот, они взрывают. Вот мы когда в центре, смотрите, соберем нужное количество мобов, нам нужно хламоботов не массой залить, мы должны в бомботов, ну я это еще скажу, точечно, короче, РДДшки сыграть и взорвать. Бомботы, когда подыхают, они взрываются, и тем самым, короче, мы делаем ачивку. Хламоботы тоже подыхают от бомботов. Запомните, бум, бомбот от слова бум, он типа взрывается. А хламобот... Да. Проще. Вторая буква в алфавите, кто не знает. Так, теперь смотрите. Теперь, короче, магии. До боя, теперь магии. Снимайте, короче, кольца все. Все трини. Все пушки снимайте. Плащи снимайте. Так. И, скорее всего, грудак. Хотя грудак можете оставить. Выносите на панель, короче, фростного первого левела все. Видите, там отображать все уровни заклинаний. И теперь смотрите, короче, породистый литрион. Вы льете лужу в центре. Вот где синий квадратик на протяжении всего боя. Так. На боссе у нас будет Войд. Я к Войду привяжу, короче, Реневала. Хпал и БДК. Вы ходите по кругу и водите этого босса. Вводите вы для того, чтобы хламоботы, короче, не дошли до босса. Если они дойдут, босс их сожрет, и тогда мы, короче, ачивку не сделаем. Так, вы постоянно по кругу ходите, Реневал, короче, хилишь только Войда. Так, далее, смотрите. Подожди, Саня. Так. Тут пишут на вебхеде, что если подвести в какую-нибудь кучу босса, то с этой стороны не будут выходить мобы. Короче, для этого... Мы босса, нам надо три раза будет босса переводить. Мобы вылазят только когда, короче, сердце. То есть мы босса перевели, сердце вылезло и полез трэш. Вот мы будем переводить босса, короче, где-нибудь либо посередине, либо у выхода, либо у портала там. Короче, это делается для того, чтобы мы, когда босса переведем, хламоботы из кучи не вылезли и сразу босс их не захавал. Ну, я, короче, все скажу. Теперь смотрите, породистый, литрион, вары, у кого-то масс-контроль, масс-замедление есть. Вы стоите в центре, и по моей команде, как начинает трэш вылазить, вы, короче, рассасываетесь, породистый налево, литрион направо, кидаете лужу. Так, кралька, ты налево пойдешь, вот как сейчас на босса смотрите. Кралька налево, прости направо, Айкин Блинк, ты стоишь в центре, если что, подмогаешь. Вы, короче, контролите мобов. Теперь все ребята, типа, короче, Каменца, Квадропедри, Вуди Аллен, Оптимус, Серсей, Нарексиса, вы переводите босса по моей команде. Сейчас мы, короче, начинаем бить босса, доводим до 70%, вылазит сердце, мы сердце не трогаем, мы уже идем трэш контролить. Все, так, а Козырь, Юрит и Дессер, короче, вы на... Рейди, выхилите рейд. Погоди, да, а нам ферять что-то надо еще там где-то на трэше? Боботов этих или еще что-нибудь? Вот, короче, смотрите, я точно не знаю, работает фир на бумботов или нет. Можно проверить. Бумбот это же механизм. На него не должен работать фир. От слова бум. Да, да, да. Но он механизм. Я не знаю точно, но скорее всего он не работает. Робот. Не гретрики или протопали. Короче, вообще... будь в протопале, смотрите, Этернити по левую сторону танчишь, Седер Киря по правую. Вы танчите штурмоботов, техников, короче, вы весь ненужный трэш точечно вытягиваете на себя. Дорнт тоже, помогай там хваткой и этим точечным таунтом, короче, забирай на себя весь ненужный трэш. Мы бомботов и хламоботов не трогаем, запомните. Давайте сейчас я вам покажу на трае. Мы их контролим, а весь ненужный трэш сливаем точечно. Холики там, смотрите, вы вообще почти к трэшу не подходите. Вы на себя агрите ненужный трэш, короче, и ознобом контролите его, бегаете от него. Да, фу, еще. Короче, ну я не помню, но очень мало. По-моему, 2000 у хламоботов, а у бомботов побольше. А давайте, короче. Куда вести? В какую сторону? Так, смотри, ты сначала там танчишь у ворот, сердце, короче, вываливается, все расходятся, ну, до 70% босса добиваем, вылазит сердце, мы сердце не бьем, все уже расходятся по своим местам, кому я куда говорил. Все, сливаем, короче, ненужный трэш, убираем весь этот трэш, короче, в центре и даем по очереди
замедление там и так далее, контролем, короче, пытаемся. А ты смотрите, чтоб петы не убили этот трэш, поставьте им бездействие там или контроль тихо. Да, а вы, короче, Слава с Реневалом босса водите по кругу. Там смотри сам, там ничего сложного, короче, догадаешься, в какую сторону его увести. Прям до кучи и обратно можешь водить. Короче, все, Слава, иди забирай. Да-да-да. Леха, ты просто рейд-хилишь. Стоишь, короче, в центре и пытаешься рейд-хилить. Сейчас босса до 75% сводим. Ресни Алину. Сейчас до 70%. 75%. Сердце не трогаем. Макрос сработал. Это Виталий сделал, да? Слишком много информации. Ранка, Ранка, выбегай, выбегай. Я постоянно выбегаю. Короче, вообще информации столько много, я ничего не запомнил. Записывай. Смотри, влазит трэш, ты подбегаешь к куче по левую сторону и кидаешь в рост новую. Сразу, ты же тебе, да? Пока делать ничего не надо. Да, и блинком уходишь оттуда. Все, это мы на слабую первого уровня поставим. Все, смотрите. Смотрите, сейчас. Вот, все, пошли контроли. Сейчас трэш полазит, сердце не трогает никто. Ханты, короче, лову эти замедления кидаете на мобов. Ловушку эту. А что в центре делать? Все, ты пока, Славик, стоишь. Смотрите, видите, бумбот полез, их не трогаем, их контролим. И рядом с ними хламоботы. Замедляйте их. Замедляйте, замедляйте хламоботов магии. Весь бумбот теряется. Павик, уйди. Трамбовщика следить, ребята. Только точечно сливаем. Сам смотри, бегает. Не. Ну уводи от мобов, видишь, я метки поставил. Да. Вот. Хламоботы теряются, все теряются. Хламоботы теряются. Ботов, ребята, не бейте. Это раните себя, на себя, вот, не бейте. Все, хламоботов, ребята, контрольте, вот они бегут. Ребята, бегут хламоботы, контрольте их, магии фрост на утом дайте. Замедрить, звездочку, звездочку, кто-то из магов. И бейте сейчас разрушителя, кто не задействован в контроле. Остальные ребята просто по очереди контроль раздают. Видел, ничего страшного, пробуем дело. Уводи, Славик, уводи. Вот хламоботов этих контрольте, видите, кучка стоит. Все, теперь нам надо их, короче, в центр как-то желательно бы привести. Давайте так попробуем хотя. Просто бейте босса до 50%. Бумбот нормально. Бумбот, смотрите, бумбот до босса доходит, ничего не происходит. А если хламобот дойдет, то босс его сожрет, и он пропадет. Также вводи босса, маги контролят. Во, молодцы. Так и дело. Ставьте там по очереди замедление. Контроллер раздавайте. Бля, я баром замедляю все. Че, красавчик. Допи пойти выбрать. Ботов только не убейте. Шмук, у меня есть какие-то неприятные новости, я знаю, по-моему. Я кинула койл одного моба, и он сдох. Да, свести бомботов, хламоботов точнее, в одну кучу. Но это под конец мы сделаем. Там АУЕ очень маленькая, надо, чтобы они прям четко все встали в одного. Вот так идем. Вот сейчас сердце вылезет, смотрите, снова идем контролем. Тут остается у основной кучи кралька, простяк и блинк, остальные уходят. Ханты, лейте, короче, эту лужу замедления прям под них. Я следующий наводом. Положение. Ты ауру, которая там урон наносит, уберите ее. Вот у трамбовщика вытягивай из этой основной толпы и уводи вообще подальше от рейда. Туда примерно портал. Смотри, я кинул этого хламобота, и он бежит в другую сторону. Ну все, красавчик. Я трамбовщика сливаю. Вон, смотри, просто. Иди. Славик, через центр веди, братишка. Быстрее. Ой, быстрее веди, ептуй. Веди, вот замедлите рядом с боссом, маги кто-то, или поставьте тотем, либо ханты лужу лейте. Чем вы лужу не льете, ханты, Димас? Опять? Так, опять давайте. Хламобот идет к боссу. Хламобот, уводи, Славик. ШПшки фиряйте, короче, их, они изи фиряются. Вот. Да, закинь наваром уложение. Вот теперь их, короче, в центре вот так вот и держите постоянно в контроле. Просто ну там давайте. Два штуки идут.
Там если тайфун есть, можно откинуть, у них 25 тысяч хп. Не надо лучше. Лучше пока не надо. Молодцы. Так и вводим, короче, копим. Давайте сейчас до 25% босса сливаем. До 25%. И потом будем, короче, их сводить. И будем убивать. Вот всех этих... весь этот трэш надо, короче, практически... Меткой выбегайте. Весь этот трэш, когда я скажу, надо будет пытаться, короче, и босса также вводить. И, ребята, вы тоже по контролю там разбирайтесь. Надо будет их свести всех в одну точку. Вот этих бомботов и хламоботов. Практически в одну точку. Бейте босса. Проверим. Пока нормально, пока держи тут. Надо Славик, пока стой. Кучу завести, а ты не в куче стоишь. Понимаешь? Не-не, ребята. Десер, ход и кинь. Вот, все, убегайте. Знаете, как контрольте трэш сейчас. Опять так же не нужно, сливаем. Охотники трапы. Охотники, давайте трапу кидайте, замедление там. Главное, им урона не наносите. Не трапу, а ледяную ловушку. Трапу нельзя. Отойдет, отстой вот это. Так, контрольте, контрольте, смотрите, новый пик мобов пошел. Я эмфир дал. Пошки, кидайте эмфир. Мобовщика сливаем, точечно, ребят. Ромбик фиолетовый, замедлите кто-то, ребята, что пошки, дайте эмфир. Кружок, хламобот идет. Будем смотреть отсюда. Дайте фрост новую под босса. Ребята, видите? Медленно. Так, кто-то фир дайте еще. Он пету бил, я видел. Породистый, отключи пету, бездействие сделай. Я же сказал вначале, ну. А, кстати, убирайте пету вообще нафиг. Хламобот прям под босса. Замедлите, замедлите. Я дал фир. Фир. Еще кружочек там идет, кружочек. И слава. Так, у нас реса нету, короче, живи как-то, не знаю. И живешь тут плохо. Не будете за 20 штук? Так, смотрите, мы сколько раз перевели, короче, босса? Три или нет? Три, да? Посчитай. Три или нет? Тогда хера. Да, там больше 20. 3, 4, блядь. Не-не-не. Короче, смотри, Славик, сейчас уводи далеко-далеко очень туда, к стенке уводи босса, также по кругу пытайся водить, только подальше чуть раньше держи. И смотрите, сейчас их надо в одну точку всех свести, мобов. Не так в одну точку. Смотрите, так, на ком таргет? Фукасаку, там Этернити. Бегайте вокруг, по комнате, короче, бегайте, только радиус, ну, примерно вот где... Синий квадратик. Можно взрывать, больше не будет трэша, это последний трэш. Давай просто айкенблинк, морозьте их. И в бумботов играем точечно, ребята. В бумботов точечно. Ищите. Ищите их и бейте бумботов. Не масса, не масса, ну что вы делаете? Ботов точечно ищем в этой толпе. Бумботов что нужно? И бейте хламоботов. А кто-то вихрь дал. Веер клинков прямо выпашили. Смотрите. Че, давайте сделаем все-таки изи ачивка. Нет, не сделали. Не бейте босса. Нам, короче, если мы хотим ачивку, надо упасть сейчас. Будем ее делать или нет? Да, давай. Что тогда, падайте, не бейте. Смотрите, что, короче. Диван поклонка. Петов либо не зовите, если вы их не умеете контролить, либо бездействие им ставьте. Это первое. Второе, шпшки и локи, вот этот свой масс-фир можно фигачить в толпу. И они не идут к боссу. Их можно еще точечно фирять. Это вот Церцея. Ну, я точечно, теряю. Если ты видишь, что там подбегает какой-нибудь хламобот, сразу фирму кидай и все. Вот. Короче, нам сейчас надо максимально быстро всем сдохнуть. Подходите под босса. Сейчас будет метка, короче. Вот козырь, иди прямо в синий квадрат. И все в метку заходим. Посмотрите меня потом, хорошо? Я отойду. И еще три. Можно взять одного ДД. Рексис намочиво запорол. Хорош. Каменс тоже. Я почему? Потому что он подошел вихрем, ебанул по всем мобам и каменьс еще походу лучом. Смотри. Вот ребята, сами. У нас не хватило бумботов. Мы убили этих бумботов, хламоботов осталось ТП. Можно, когда будем сливать, чтобы Норакси дал один вихрь,
или два, чтобы по чуть-чуть снять КП хламоботов, у них 25 тысяч. И получается потом, пришли бумботов всех, они сами взорвутся. Вот, вот, да-да-да-да, можно, кстати, так сделать, но есть одно большое «но». Сколько у Нарексиса вихрь наносит, это очень важно. Просто мы когда будем их подбивать, ну, в конце уже, когда будем ачивку делать, они ведь, смотри, не фуловые будут. У кого-то, может, пол ХП будет. Я могу купить, значит, да. Тогда нужно найти ШП фулованного, типа тебя, ты, допустим, чтобы чуть-чуть его... подбить хламобота фуловых. У него вихрь наносит максимум 5,8, а средний 1,1. А там два человека не упало, это как, норм? Короче, Валерыч, блин, я не знаю, как сделать это. Надо их, да, надо их будет, короче, подбить. Я согласен, хорошая идея. Как бы и так это все знаю, ни одного не добил. Не знаю, чего там линкуете. Ты знаешь только одного ответственного за подбивание? Все, Валерыч тогда так сделает. Я сейчас, смотрите, я сейчас Олега передам тебе РЛ, перезайду на Пала, окей? А ты там поубивал, короче, мобу. Да, ты прям видел, как я добил, да? Я видел, как ты езжаешь вихрь. Если я наношу урон, то не знаю, что я их добиваю. Кстати, Валерыч, посмотри там у тебя в книге талантов, сколько вихрь наносит первого левела. Надо, короче, хотя бы 1500. Оружие. От урона зависит оружие. У него средний 1,1, это ему пару вихрей можно кинуть. У него максимум было 5-8. Два вихря ему можно легко кинуть. На 10 уровне у него первый уровень. У вихрей нет уровня. Урон. Я знаю, ребята, о чем мы вообще переживаем. Сейчас, короче, смотрите, я это... Кинь мне по телеке, я в гид-чате присунул. Смотрите, сейчас первый трэш полезет, и Валера подойдет к этим, к бумботам и хламоботам, и даст, короче, этот скилл. И посмотришь, сколько он там снесет, окей? А там уже сориентируемся. Да не важно, сколько там он наносит. Вы когда начали их подбивать, там шипы, короче, сушение дает. И этот... А, вот этого делать не надо, вы поймите. Там непонятно, кто от чего умирал вообще. Я отдал дождик первого левела, он нанес 7 по 50 хп. Это что-то дало, зато я всех замедлил. Вот смотрите, я еще раз повторяю, мы когда их в центре, короче, свели, да, все вместе они стоят. Мы точечно бьем только бумботов. Вы ищите прямо из этой толпы, короче, и максимально быстро сливаете точечно бумботов. А вам не кажется, что у нас все бумботы умерли, хламоботы остались живы, и Мастрон тут вообще нахуй ни при чем? Я и говорю, что нужно поднять хламоботов немножко. Потому что бумботов не хватило. Но это опять дело случая. Может получится так, что когда будут вылазить, вылезут тупо все бумботы и хламоботы. Не будет этих больших. Это как повезет. Молодцы, молодцы. И если, допустим, мы видим, что у нас не хватает хламобот, нужно, чтобы ДК притягивал одного-двух хламоботов, чтобы босс отхиливал себе ХП. Чтобы на еще одну пачку было. Сейчас смотрите бафы, сейчас чекаем, сейчас тогда буду бегать, считать. Там запомните, сколько раз мы босса переводим, нам надо 3 раза перевести. Смотрите, 75% вылазит трэш, мы босса пробиваем, потом 50% и 25%. Короче, Ваня, кушай рыбу, смотрите, по бафам что не хватает, рыбом начнут. Короче, вот, у нас есть камень с фул шмоти, пускай, бля, я буду просто кидать метку, он просто один раз пыткой подбивает, и все, не надо ваших вихрей там, всякой разной колебаты. Окей, давайте так сделаем, попробуем. Как мы делали на двор. Все, ну, да, давайте так сделаем. Короче, пускай еще подбивает один камень, вот, до больше 10, никто не бил. Вот, свободно просто. Да, согласен, до 10 нормально. Только не сразу. Ну да, ну лучше не слепой. Посмотрит на таргет, где 25к подобьет. Так, Седдор и... Да, и Феры давайте, короче, не стесняйтесь. Ривен, так, Ваня, Варенька, тебя только ждем.